чтобы вот не убираться каждый раз. Надо убираться. Есть. А один вон там. Да. Если у меня на регистраторе. Кто виноват? Живой? Сейчас, давай поможем еще. Там, по-моему, в той машине. Да, сейчас. Сходить с тобой, держи живой. Леха, смотри, фура, пизда! Ебать! Ушла, ебаный стыд! Охуеть! Нихуя! Опа, на он ты регионов, и это больше, а чем... Абсент, это что? Абсент, абсент. Ну, правильно так надо покупать.
Вот, и там, короче, большие туёны, самые большие, 64, по-моему, или 32, если я не путаю. Это в этой, разрешено в единственной стране, это в этой. А, скажите, вот в Чехии. Сейчас попробую. Где мы его покупали или когда, я не помню. Стоп! Блядь. На нахуй. Блять. Нехуй с центрального ряда поворачивать налево. Оставить видео, как думаешь? Сейчас он болеет. Надо за ручку подержать. Да, надо подержать за ручку, папа. Вот так подержу за ручку. Слушай, ты что, офигел, что ли, мой хранитель утрачивать? Что там? Блядь. Ну хера себе. Какого хера? Боже мой. Там живы, Антон, живы. Капец. Ты что делаешь? Ну какого хрена, они не пропустили, они живы. Thank you.
Новороссийском острове водители «Жигулей» поймали очевидца. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой накануне вечером. Водитель «Жигулей» пытался уехать с места ДТП, передает телеканал «Лайф 78». Телеканалу также прислали видеозапись с места происшествия, где он займется дорожной охраной. Легко ехать на красный, он на красный ехал. Орал бы песни в баре. Боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз. Сербочек такой же будет, я через 15. Зато мы сами свои. Ого, ты куда, ёбаный? Костыль. И нашим любимым не стыдно. Вы люди там, ёбаный в рот.